Да вот когда сегодня снимут брекеты? Уже у них 2 года. А сегодня мы снимаем брекеты спустя 2 года лечения. Ура! Снимаем брекеты, раскрываем замочки. Смотрите, это ретейнер, это медицинская сталь, клеится с внутренней стороны зубов для того, чтобы мы удержали зубки в том положении, которое мы получили на брекетах. Сначала мы обезжириваем зубки, вставляем наш материал, зубки мы обезжирили, фиксируем ниточки для того, чтобы удерживать ретейнер. Там устанавливаем ретейнер. Мы оставляем зубки в том положении, в которое мы их поставили с помощью брекетов. То есть мы уже зубы не двигаем, а удерживаем их в том положении, в котором мы получили результат. Фиксируем ретейнер с помощью наших ниточек плотно к зубам. Мы его фиксируем. Мы наносим такой жидко-текучий материал, с помощью которого ретейнер у нас будет держаться на зубах. Док, ему нужно будет носить прозрачную капу? Да, нужно будет носить прозрачную капу. Сколько нужно носить капу после брекетов? 100% это в течение года. Верхнюю капу с ней нужно будет спать. Что будет, если не носить ночные капы? Зубы снова разъедутся, и результат наш будет потерян. У Марка были неровные зубы, то есть была скученность верхних и нижних резцов. И плюс еще был глубокий прикус. Фотографируем красивые ровные зубы уже. Ух ты, круто. Марк, ты доволен результатом? Очень, мне очень нравится. Как твои ощущения, привычно, непривычно? Очень непривычно. Поздравляю тебя с окончанием лечения на брекеты, дарим тебе конфеты. Можешь есть яблочки, прям хрустеть яблочками, и памятка тебе в рекомендации после снятия брекет-системы. Спасибо большое.